Дорогие друзья, в российском шоу-бизнесе появился слух о том, что наша любимая российская советская певица Надежда Бабкина сегодня ночью впала в кому в одной из больниц города Москва. Сообщается о том, что ночью ей делали серьезную операцию на почки, что-то пошло не так, и наша артистка впала в кому. Действительно ли это все правда, либо это фейк, сейчас мы расследуем эту трагедию. Будем надеяться, друзья, на то, что с ней все будет хорошо. И если это действительно правда, то пусть медики сделают все возможное для того, чтобы ее спасти. Мы будем держать вас в курсе всех событий. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте свежие новости, которые выходят только у нас. Берегите себя и будьте всегда с нами, друзья, на нашем канале.